Wydawnictwo, które wydaje pańskie książki, wydało również książkę zawierającą wspomnienia Siergieja Tricjakowa, który w 2000 roku przeszedł na stronę amerykańską. No, okazało się wtedy, że od wielu lat był agentem FBI, będąc jednocześnie agentem rosyjskiego wywiadu. Chciałem spytać, ile pańskim zdaniem jest obecnie podobnych przypadków, jak przypadek Tricjakowa, znaczy ilu funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu, nie mówię o nielegalach, tylko o tych, którzy pod przykrywką legalnych funkcji pełnią swoją rolę na Zachodzie, przechodzi na stronę Zachodu i z jakich pańskim zdaniem robią to motywów? Вы знаете, вопрос очень трудный, потому что у каждого человека свои собственные причины, чтобы уйти на Запад. Сколько сейчас на Западе офицеров, я не знаю, я не могу это ответить, но сейчас я пишу книгу про самого главного офицера, который когда-либо ушел на Запад. Каждый ма свои поводы, для которых идёт на сторону Захода. Или таких офицеров в этой хвиле есть, не знаю. В этой хвиле пишет книжку о największym шпиегу всех часов. Эта книга будет называться «Кузькина мать». Вы знаете, что такое Кузькина мать, да? Нет. Это Никита Сергеевич Хруйду. В русском языке есть такое выражение. Я тебе покажу Кузькину мать. Это что-то такое, это угроза страшная. Никто не знает, что такое Кузькина мать. Но Никит Хрущев в Организации Объединенных Наций снял свой ботинок и стучал ботинком и кричал: «Я вам капиталист, я вам покажу Кузькину мать». W języku rosyjskim jest takie wyrażenie Kuśkina mać i to oznacza w takim wolnym przekładzie, to jest groźba. Jak ktoś komuś mówi, ja ci pokażę Kuśkiną mać. Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło, jak kiedyś Chruszczow na posiedzeniu ONZ-u butem waląc w stół krzyczał do wszystkich, że ja wam pokażę Kuśkiną mać. И вот книжка моя начинается так кинематографично. Сидят три мужика, ну, русские, конечно, около них бутылка, понятно, там домик такой нарисованный. Książka moja zaczyna się w bardzo filmowy sposób, mianowicie siedzi trzech facetów, oczywiście Rosjan, butelka, na niej domek. Nie, chodzi o mężczyzn. Nie panie. Trzech facetów, okej. Okay. Mężczyzn, tak. Może polski mężczyzn. A tak, сзади них такой вагон стоит и такой предмет, такой круглый, 8 метров и 2 метра в диаметре. Вот. Это бомба, которая в 5000 раз сильнее, чем бомба в Хиросиме. Сидзу, а за ним есть вагон, который есть такой предмет, который имеет 8 метров długości и 2 метра в średnicy. То есть бомба, которая есть 5000 раз potężniejsza niż та бомба, zrzucona на Хиросиме. В Хиросиме 20 тысяч тонн, ну а наши говорят, зачем 20 тысяч тонн, зачем 200 тысяч тонн. Зачем миллион? 10 миллионов. 100 миллионов. Что вы так это? Хрясно. Вот. Ну и они сидят и говорят, как мы ее назовем? Ну, один говорит, самая первая атомная бомба советская, она звалась Татьяна. Танечка. Ну, говорят, давай назовем как-нибудь. Вот. Ну как назовем? Иван. Нет, он мне не пойдет. Потому что Иван дурак всегда. Ну. Переводите. Там бомба имела 100 миллионов тонн мощи. И
tymi mężczyznami stał wybór, jak nazwać tą bombę. Pierwsza rosyjska bomba w ogóle nosiła nazwę Tatiana i jeden proponuje Iwan, reszta odpowiada nie, bo Iwan to jest zawsze Durej. Tak jest bajka. No, один говорит, давайте назовем ее царь-бомба. Царь-бомба. Правда, да? Да. И книга рекордов Гиннесса, она так написана, но это неправда, это неправильно. Потому что главный конструктор Харитон говорит, нет, смотрите, в Кремле стоит царь-пушка, она никогда не стреляла. И стоит царь-колокол, который никогда не звонил. Это царь-бомба, нехорошо. Padła propozycja, żeby nazwać cara bomba, ale główny konstruktor Hariton mówi, że nie, ponieważ na Kremlu jest car armata, która nigdy nie wystrzeliła i car dzwon, który nigdy nie zadzwonił. To teraz ostatnia ruska szutka. W Kremlu jest trzy cuda. Car puszka, która nigdy nie strzelała, car kolokol, który nigdy nie dzwonił i car karlik, który nigdy nie prawił. Że teraz, w Rosji jest teraz taki żart, że oprócz car armaty, car dzwonu jest jeszcze car karzu, który nigdy nie rządził. Siedzą oni, jakże my ją nazwiemy? Потому что она официально называется изделие 602, продукт 602. Все. Jak my, i się zastanawiałam się, jak się nazwiemy, bo oficjalnie ona się wtedy nazywała wyrób 602. И главный конструктор говорит, стойте, Никита Сергеевич Хрущев обещал американцам показать Кузькину мать. Вот она, родная, вот она. И главный конструктор говорит, przecież Никита Хрущев обещал показать американцам Кузькину мать. Przecież tutaj ее мамы. Zobaczcie, jaka piękna. Официально. Самая мощная бомба в истории человечества называлась Кузькина мать. Чили официально наипотężniejsza бомба в истории людскости называлась Кузькина мать. Ее взорвали 30 октября 1961 года. Została zdetonowana 30 października 1961 roku. Ударная волна три раза обошла вокруг Земли. Фала удушенного трикротно окружила Землю. Гриб, вот этот рос, 40 минут вверх шел, на 67 километров. Ten, гриб рос в ciągu 40 минут. На 67 километров. И рос на 67 километров. Отблеск, когда она так блеснула, ее увидели на Аляске, в Гренландии, по русскому северу, все видели, как она блеснула. Ta fala świetna, rozbłysk była widoczna na Alasce, na Grenlandii, na całej rosyjskiej północy. I вот, когда у Хрущева появилась такая бомба, он стал пугать Америку, что сейчас я вам покажу Кузькину мать, давайте решать проблему Германии, Берлина, убирайте свои войска и так далее, и так далее. I gdy u Chruszczowa pojawiła się ta bomba, on zaczął straszyć Amerykanów, żeby rozwiązać pewne problemy polityczne, typu losy Niemiec, bo on im wtedy by pokazał Kuśkiną mać. I вот сейчас я отвечаю на вопрос, который прозвучал там. В это время полковник Пеньковский Олег Владимирович приходит к англичанам, приходит к американцам и говорит, что это все чепуха. Вот эта бомба, она есть, но она весит 26 415 килограммов. Ее ни одна ракета поднять не может. И тогда полковник Пеньковский приходит до англиков и американцев и говорит, что это все бздуры, потому что вага этой бомбы выносит 26 415 кило, и жадна ракета ее не потрафит удвигнуть. Ее поднимает бомбардировщик Ту-95В, был бомбардировщик. Но этот бомбардировщик существует в одном экземпляре, он один. Есть в состоянии удивительно только бомбовец Ту-95В, но есть только в одном экземпляре. Но она под бомбардировщик она не помещается. У него вот эти створки люка отрезаны. И кусок корпуса вырезано у него, а она снизу висит.
Z tym, że tam bomba w ogóle się nie mieści do luku bombowego tego samolotu, bo trzeba było wyciąć te nie wiem, klapy drzwi do luku bombowego i ona po prostu zwisa od dołu. Он может долететь до новой земли, но до Америки он не долетит. И может долететь до новой земли, czyli российский полюс, но не может долететь до Америки. Кубинский кризис начался официально 22 октября 1962 года. Кубинский кризис начался официально 22 października 1962 года. И вот в этот день, 22 октября 1962 года, полковник Пеньковский был арестован. И właśnie tego дня, 22 października 1962 года, полковник Пеньковский został aresztowany. И когда я учился в шпионской академии, мне рассказывали, почему полковник Пеньковский передавал эту информацию американцам. I kiedy się uczyłam w Akademii Szpiegowskiej, tłumaczono mi, dlaczego pułkownik przekazał te informacje Amerykanom. Говорят, что он очень любил женщин. Mówi się, że bardzo lubił kobiety. No ja mówię, a kto ich nie lubi? Ja лично люблю, я не... Osobiście lubię. Kocham. Говорят, что он очень любил деньги. Mówiono, że bardzo kochał pieniądze. I w tej książce ja zadaję вопрос. Jeśli on lubił женщин, jemu одной nie хватало, jemu надо było много. Jeśli on lubił деньги, почему он не убежал? I w tej książce odpowiadam na pytanie, skoro on tak bardzo kochał pieniądze i kobiety, dlaczego nie uciekł? On постоянно był w Londynie i w Paryżu, постоянно, но он не убегал. Ciągle był w Londynie i w Paryżu, ale nigdy nie uciekł. W Sowieckim Sojuszu on nie mógł tracić te pieniądze. Nie da. Oficer GRU nie mógł tracić te pieniądze. Nie mógł wydawać tych pieniędzy jako oficer GRU. Po prostu nie miał takiej możliwości. I on nie mógł kradzić po женщинам. To było niemożliwe. Jeśli ubiegał, to пожалуйста. No on nie ubiegał. Tak вот, to książka o człowieku, który spas naszą planetę. To był człowiek, który спас планету от во время кубинского кризиса. Американский президент знал, что со стороны Советского Союза идет блеф, что это бомба, это чепуха. Вот, то есть, отвечая на ваш вопрос, я говорю, я не знаю, почему кто и почему убежал. Я знаю, почему я убежал. И я знаю, почему убежал полковник Пеньковский. I ta książka jest o człowieku, który uratował świat podczas kryzysu kubańskiego, ponieważ podczas tego kryzysu prezydent Stanów Zjednoczonych wiedział, że wszystko, o czym mu się mówi, to jest blef. I on wiedział, on świadomie szedł na śmierć, nigdy nie uciekł. No każdy должен прочитać jeszcze raz Archipelag Gulag Solżenicyna. To самое главное, żeby понять. No a кроме того, я бы, конечно, рекомендовал Володю Буковского, мой хороший друг, и Сашу Литвиненко, который написал книгу «ФСБ взрывает Россию». Вот. Саша Литвиненко. Каждый, конечно, должен прочитать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Окроме того, полагаю моего приятеля Володи Буковского, и, конечно, книжку Саши Литвиненко «ФСБ высаживает Россию». Один вечер я сижу дома, и вдруг Саша Литвиненко мне звонит. Вот, я был первый человек, кому он позвонил из госпиталя. И говорит, слушай, меня отравили. Вот. Я говорю, Саша, ну кому к чертям нужно? Ну, перестань. Вот. Pewnego wieczoru do mnie zadzwonił Sasza Litwinienko, byłam pierwszą osobą, do której zadzwonił ze szpitala i mówię, słuchaj, otruto mnie. Ja na to odpowiedziałam, że słuchaj, no komu jesteśmy potrzebni? I ja mu dzwoniłem, on tak odpowiedział, хорошо, все это, говорит, я понимаю, что меня отравили, но я хитрый, я взял там чего-то намешал, воду вот, пью, и все из меня вышло, так что вот мне нужно 2-3 дня в госпитале полежать. Ну я сразу... Мы позвонили Стане, позвонили его жене Марине, сказали, что мы приедем в госпиталь.
Она сказала, Марина, жена Саши Литвиненко, говорит, подождите немного, 3-4 дня, чтобы он так отошел. I Sasza mówi, że rozumiem, że mnie otruto, ale też nie jestem głupi, więc nawierzchałem różnych specyfików, wypiłem i 2-3 dni w szpitalu wyjdę z tego. Od razu z żoną zadzwoniliśmy do żony Saszy Mariny i ona powiedziała, że przyjedziemy do szpitala. Ona mówi, że zaczekajcie 3-4 dni, niech się wszystko spokojnie dojdzie do siebie. Potem ja mu dzwonił każdy dzień i jego głos stanowił się все tak ниже, ниже, ниже. Потом вдруг показали по телевидению, он уже весь не такой, какой он был. И когда меня спрашивают, ты можешь вот описать одним словом Саша Литвиненко, кто он был? Я говорю, да, я могу. Это был Д'Артаньян, вот самый настоящий, красивый, высокий, спортивный. Он водки не пил, вот хороший человек только водку не пил. Dzwoniłem do niego codziennie, jego głos stawał się coraz słabszy i kiedy mnie, ktoś mnie pyta, jakbym określił jednym słowem Saszę Litwinienkę, mówię, że to był D'Artagnan. Był przystojny, silny, wysportowany i jedyny mankament nie pił wódki. Taki dobry człowiek, a nie pił. Tak вот, убийство Саши Литвиненко это первый в истории человечества террористический акт с использованием радиоактивных веществ. Zabójstwo Saszy Litwinienki to pierwszy w historii przypadek terroryzmu z użyciem materiałów nuklearnych. I вот сегодня меня спрашивали целый день, вот как наши польско-российские отношения, вот они, наверное, улучшаются. I cały dzień mnie pytano, że jak to jest ze stosunkami polsko-rosyjskimi, przecież chyba się poprawił. Ну, я отвечаю, что если вы хотите улучшать отношения с ядерными террористами, то это дело ваше, конечно. Dlatego odpowiadam, że jeżeli chcecie poprawić stosunki z atomowymi terrorystami, proszę bardzo. Я повторяю, что убийство Саши Литвиненко – это преступление, которое подтверждает еще раз, что ничего там не изменилось. Что не надо, пожалуйста, верить, что все они теперь другие, и они все демократические. И уважаю, что, повторяю, что мордерство Саши Литвиненки еще раз подтвердило, что ничего там не изменилось.